Певица Наташа Королева стала изюминкой юбилейного концерта своего бывшего мужа Игоря Николаева. Композитор и певец устроил шоу с опозданием на год. А его экс-супруга взяла и поднялась на сцену, чтобы устроить сюрприз – концерт в Крокус-Сити-Холл. Должен был состояться еще год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Зато юбилейное шоу ознаменовалось интересной сценой. Королева присутствовала в зале и, по словам очевидцев, заинтересованно следила за выступлением, подпевала. В один момент артистка поднялась на сцену и вручила бывшему мужу символический подарок – букет желтых цветов. Люди очень ждут песню «Желтые тюльпаны», так что «давай ее исполним», – предложила она, и получила согласие. К слову, отношения Королевы и Николаева сложно назвать безоблачными, если Наташа часто вспоминает прошлый брак и шутит по этому поводу, то ее экс-супруг нередко отпускает саркастичные комментарии. Например, он заявил, что создал для певицы маленькую страну, в которой она живет и процветает по сей день. Несколько лет назад так совпало, что организаторы одного из концертов посадили по соседству Николаева и его жену Юлию Проскурякову рядом с Королевой. В итоге пара просто ушла. Вот она! Ну давайте сбацаем один. Уважаем, как мы это.